Ребята, привет. В общем, я на рынке, на центральном, Петропавловске-Камчатске. Сейчас вам покажу, какие цены здесь на икру и на рыбу. С ума сойдете. Просто ужас. Так, чевыча 8500. Это нерка опять 7500. Это кижуч 8. Ну и рыба, вот смотри, ценник. Вот мне интересно, вот вы живете на Камчатке, да, и вот и ценник такой, почему это так? Ну потому что не рыбный год, да? Так она и в прошлом году рыбы было полно, и цены были такие же, ну и икра чуть подешевле была. То есть это я на материке по 8500, по 16 тысяч, меня ее никто не купит просто-напросто. Да, короче, цены жуть. Не берет трубку. Сейчас мы походим еще посмотрим. Нерка 1600, слабосолка. Креветка 1600. Икра горбуши 6500. Икра нерки 7500. Корюшка зубатка по 2000. Это понятно. На икру, вон, говорят, скидочка будет. А это у нас что за рыба? Пузанок 700 рублей, это 650 рублей. Короче, цены жуть, просто жуть в этом году. Да, сейчас отправим, людям будут решать, покупать, не покупать им это все. Да, на перевозку. Да, давай и вот за 3000 еще. Макс, вот смотри, горбуша по 6500, нерка по 7500. Вообще слабосоленая. Как бы, а кита есть? Почем у киты ценник? Тоже кита по 7500, да? Чебучка.